В эфире «Зона особого внимания». В студии Антон Блинов. Здравствуйте. 3 года назад совместными усилиями Федеральной службы исполнения наказания и ЮРГУ-ТВ стартовал уникальный проект «Зона особого внимания». Необычная передача привлекла самого разного зрителя. Программа интересна не только осужденным, но и их родственникам, потому что они наглядно могут посмотреть, что же происходит за забором из колючей проволоки. А обывателям, обычному телезрителю это будет интересно, потому что мы освещаем правовые вопросы и вопросы юридической помощи. Сотрудникам это будет интересно посмотреть, как работают в других колониях, что нового, какие нововведения может быть в системе. И также другие регионы с удовольствием смотрят эту программу, потому что в других регионах такой программы нет. «Зона особого внимания» рассказывает об одной из самых закрытых систем – тюремной. То, что видят своими глазами заключенные, зрители видят на экранах телевизоров. Мы все-таки официальный канал, да, мы объективно максимально даем информацию. Мы не ссылаемся на какое-то субъективное мнение. У нас чисто объективная, доказанная информация. Несмотря на специфику программы, авторы делают акцент на позитивных событиях, показывая, что тюрьма должна не ломать человека, а исправлять его. Программу «Зона особого внимания» мы смотрим постоянно, все выпуски не пропускаем. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы эта программа выходила намного чаще, потому что хорошие эмоции мы получаем, могут посмотреть не только наши родственники нас, но и мы сами можем посмотреть на себя, оценить свое поведение, свою подготовку, естественно, свой настрой. И со стороны это очень хорошо посмотреть на себя со стороны. Над таким серьезным проектом работают всего 4 человека. Каждому из них приходится выступать в роли режиссера, оператора, продюсера и корреспондента. Я здесь с самого основания программы. Мы начинали с Антоном Блиновым делать ее вместе. Мы очень горды тем, что можем делать такую программу, потому что каждый день своей работой по крупицам мы собираем историю целого ведомства. Хочется поблагодарить телеканал ЮРГУ-ТВ за помощь, за поддержку на самом нашем начальном этапе становления программы, потому что если бы не вы, я думаю, что, наверное, ничего бы не было. И сегодня бы мы не отмечали наш маленький юбилей 3 года. Если тюремное ведомство воспитывает заключенных, то «Зона особого внимания» воспитывает телезрителя.